Коронавирус не прекратился пока ни в нашем регионе. Пандемия продолжает шагать по планете. Всемирная организация здравоохранения вчера зафиксировала самые высокие показатели за все время. И, конечно же, работники министерства не остаются в стороне, в том числе от заболеваемости по этой инфекции. Вчера, к сожалению, нашему два ведущих сотрудника министерства, у них определился положительный, при обследовании, при наличии симптоматики, был определен положительный тест на коронавирус. Я очень хотел бы, чтобы их заболевание протекало, если не бессимптомно, то хотя бы в легкой форме, скорейшего выздоровления. Часть сотрудников, конечно, неминуемо выполняет законодательство, как и положено. У нас уйдет на карантин. Вчера сданы все были тесты по учреждению. Это более почти 60 тестов выполнено. Они оказались все отрицательными. Дает надежду на то, что условия выполнения всех противоэпидемических мер инфекция не будет развиваться в нашем коллективе. Но, повторюсь, мы должны полностью соблюдать масочный режим, мы должны уважать здоровье окружающих и при малейшей симптоматике обращаться к врачу, самоизолироваться. Слово «само» это определяет ваше внутреннее сознание, становиться совместно эту инфекцию. Здоровья вам и вашим близким.